качестве темы для сегодняшнего выступления я выбрал любовь. Пожалуй, в русском языке нет другого такого слова, которое было бы столь многозначно. Поскольку под этим понятием мы понимаем и отношения мужчины и женщины, и любовь к детям, любовь к старикам, любовь к отчизне, любовь к Богу, любовь к партии, скажем, любовь к своей профессии, делу всей своей жизни, и даже любовь к какой-то корпоративной, скажем, так сказать, железнодорожной любовь. И раскрыть такую сложную тему в очень коротком стихотворении, это всякий, кто писал стихи, наверное, подтвердит. Если судьба гонит нас вновь и вновь, в злобе животной давя и калеча, кто нас с тобой защитит, человече? Что же нас вылечит? Только любовь. Где же ты берег отчизны, родной? Я вопрошаю, годами скитаясь. Сердце наполни от края до края, только не злобой, любовью одной. К встрече с Всевышним себя приготовь, не затрудню его просьбой большой. Пусть моя плоть, расставаясь с душою, выдохнет словом последним любовь. Спасибо.